Добрый вечер, говорит и показывает Полевской. Вы смотрите весенний праздничный эфир программы «Горсовет», посвященный Международному женскому дню. А праздничный этот эфир еще и потому, что сегодня в нашей студии будет очень много замечательных, красивых и прекрасных девушек. Мы работаем в прямом эфире, это значит, что вы, уважаемые телезрители, можете к нам позвонить и воспользоваться возможностью поздравить своих замечательных мам, бабушек и любимых женщин. Поэтому звоните, телефон нашей студии 351-71. И еще такой момент, что сегодня у нас очень много подарков, сертификатов и призов, поэтому лучшие звонящие, лучшие телезрители, которые поздравят своих женщин, получат много призов. Поэтому звоните. И также предлагаю присоединиться к нашему, поучаствовать в нашем интерактивном голосовании, которое сегодня проводится в нашей программе. А тема звучит такая. Что хотят женщины? Извечный вопрос, поэтому варианты ответа такие. Любви и внимания. Чтобы проголосовать за этот вариант ответа, нужно позвонить по телефону 351-01. Второй вариант – дорогих подарков 351-11. Ну и третий вариант 351-33. Все зависит от поведения. Такой вот экспериментальный вариант. Ну, так что, уважаемые телезрители, голосуйте. В конце мы обязательно подведем итоги. Ну а я с большим удовольствием представляю наших первых гостей, которые сегодня пришли к нам в студию. Это руководитель салона красоты «Престиж» Наталья Логинова. Наталья, добрый вечер. Здравствуйте. И организатор проекта интеллектуальных игр для девушек «iMoms» Екатерина Романова. Добрый вечер. Здравствуйте. И поскольку у нас сегодня предпраздничная такая программа, мне бы хотелось первым делом вас, конечно, поздравить с этим замечательным наступающим днем. Ну и, Наталья, давайте вам вопрос. Салон красоты «Престиж» в Полевском работает уже давно. Какие услуги вы предоставляете и сколько лет вы делаете женщин красивыми? Даже не верится. 22 года. 22 года назад мы открылись одними из первых в этом городе. Ну что, за такое время, ну, мы, можно сказать, прошли эволюцию. Когда-то я, можно сказать, человеком гоняла в Москву и привозила товар в салон, чтобы как-то начать работать. А сейчас мы предлагаем клиентам нашего города очень большой спектр услуг, что называется от кончиков пальчиков до кончиков волос. Ну что могут предложить наши мастера? Мастера по маникюру и педикюру – это аппаратный маникюр, педикюр, это наращивание ногтей, это дизайн ногтей, косметологи. Ну, от элементарного, просто пощипать, покрасить бровки, реснички, и до более сложных, более результативных процедур. Но это уже более подробно, я думаю, что в салоне специалисты расскажут. Перманентный макияж у нас один из лучших в городе. Это мы не скрываем даже. Клиенты любят эту процедуру, очень даже и идут. Что еще хочется сказать? Вот мы работаем на марке Vella уже, ну, примерно 20 лет. Очень хорошие красители, очень хорошие завивки получаются, волосы живые остаются при этом. И очень качественный результат. Вообще, как бы, открывая салон, я сразу ориентировалась на то, что мы должны работать на качественных продуктах, чтобы не стыдно было за свои работы. Поэтому, ну вот как-то за все время очень радуешься, очень ты счастлив от того, что от тебя клиент выходит доволен, можно сказать, порхает, бывает, даже оставляют верхнюю одежду или шапки. Ну, насколько я знаю, такие услуги, они в первую очередь должны быть безопасными. Как у вас с этим обстоит вопрос? Вот с этим у нас вообще все на 100%, мы себя обезопасили и клиентов своих тоже. А приобретено хорошее оборудование, поэтому клиенты... Я вас уверяю, что вы в полной безопасности, и, в принципе, за все это время нашей работы нареканий не было со стороны клиентов. Ну и что бы пожелали замечательным женщинам, вашим посетителям в этот прекрасный предпраздничный день? Уважаемые женщины, что хочется пожелать? Здоровья, потому что все-таки я считаю, что здоровая женщина, она красивая женщина. Чтобы все... Любите себя, балуйте себя, дорожите собой, несите себя как драгоценный камень. А вот хочу обратиться к уважаемым мужчинам. У нас в салоне есть сертификаты. И, пожалуйста, это будет очень
Очень хороший подарок для ваших любимых, дорогих женщин. Они вас на руках за это будут носить. Ну, я думаю, больше-то и добавить нечего. Ну, я так думаю, что женщина настоящая, она должна быть не только красивой, но еще и умной. И вот в связи с этим такой вопрос. Екатерина, вы организовали для прекрасной половины человечества интеллектуальную игру. iMoms называется. Расскажите об этом проекте, каким он задумывался и как вот он у вас получился. Наш проект называется iMoms. Значит, от чего такое название? Буква I от слова интеллект, а moms, соответственно, мамы. Значит, проект называется «Интеллектуальные мамы». Но со временем нас полюбили не только мамы, но и девушки, и бабушки. И, то есть нашу игру играют абсолютно все женщины любых возрастов. Единственное ограничение – 18+. Наш проект был рожден более 2 лет назад в городе Кемерово. А сейчас, на данный момент, мы уже играем в 6 странах и 52 города у нас на счету. Такие города, как Москва, Ереван, Минск, Киев, Нью-Йорк даже играет с нами. И буквально в феврале месяце Полевской присоединился к этой масштабной международной интеллектуальной игре. Я уже повторюсь, что это iMoms – это интеллектуальная командная игра для девушек и мам. В каждой команде может участвовать от 4 до 8 человек. Значит, это по принципу «что, где, когда», но одновременно играют сразу же много команд. И это такая нереальная атмосфера, когда собираются около 100 девчонок под одной крышей и что-то там начинают мозгами своими шевелить. Это настолько заряжает людей. Я просто сама сходила на такую игру в Екатеринбурге. 2 раза мне хватило для того, чтобы принести этот проект в Полевской. Я была так вдохновлена, мне захотелось радовать девушек и мам города Полевского тоже. Вот. А почему такой странный критерий? Почему только для девушек? Там какие-то особые какие-то требования к логике или как это? Почему? Ну, на самом деле секрет прост. Просто нам, девочкам, иногда хочется встретиться девочками, да? То есть в кругу... Между собойчики, да, такие да, женские, то есть да? Нам хочется поговорить, пошутить, посплетничать. И наш проект именно для этого и создан, чтобы мы встречались с подругами, с коллегами. Даже бывает, что вот пришли девочки на игру с одной командой, а из другой команды у них старая там подруга. И такие встречи происходят, когда уже давно не виделись, и прямо очень приятно. Но скажу по секрету, то есть из всех правил бывают исключения, да, и в нашей игре мы тоже иногда приглашаем мужчин. Но это бывает очень редко, и это нужно следить за нашими новостями и ждать эту игру. Ну а как попасть к вам на игру? Там регистрация какая-то нужна, может быть, подготовка особенная, интеллектуальная? Вы знаете, подготовка не совсем нужна вот так вот, да, сидеть и читать. То есть тут достаточно обычного житейского кругозора, опыта какого-то. Энциклопедии специально читать не нужно. Если вы эрудированный человек, это уже хорошо. И все-таки нужна команда полная, 8 человек, когда вот, представляете, 8 человек, и хотя бы один человек знает один ответ, то значит 8 правильных ответов за один раунд. И эта команда может выиграть даже эту игру, если они каждый по одному ответу знает. Вот. А как можно зарегистрироваться? Это нужно нас найти в соцсетях, Одноклассниках, ВКонтакте. Ну, основной аккаунт у нас в Инстаграм. Вот я даже покажу, то есть мы есть в Инстаграм. Нам можно позвонить по телефону 904-38-26-786 или написать сообщение в этот Инстаграм и сказать, что мы собрали команду, название такое-то, придумать оригинальное название, оплатить участие и прийти к нам на игру с хорошим настроением. Ну вот, между прочим, Екатерина нам за кадром пообещала, что кому-то из наших дозвонившихся подарит билет на игру. С удовольствием, с удовольствием. И еще хочу поздравить всех девушек с наступающим 8 марта. Хочу пожелать вам весеннего настроения, хороших встреч, веселых дней, солнечных дней. В общем, любите и будьте любимы. Всего вам хорошего и весеннего. Спасибо вам большое за такие пожелания. Наталья, вам тоже отдельное спасибо. Мы вот от нашего коллектива 11 канала вам тоже хотим подарить
такой замечательный букетик цветов за то, что вы к нам сегодня приехали в этот праздничный день. Спасибо большое, очень спасибо. Ну, а мы сейчас посмотрим видео поздравления директора по управлению персоналом Северского трубного завода Алексея Рябухина, после чего в нашей студии появятся новые гости. Дорогие наши милые женщины, искренне от всей души поздравляем вас с таким прекрасным праздником. Это замечательно, что именно первые дни весны посвящены именно вам, нашим самым милым, самым любимым и самым дорогим. Ваша мудрость хранит домашний очаг, помогает нам руководить трудовыми коллективами. Ваше терпение дает возможность справляться нам с теми трудностями, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Ваша доброта участвует в воспитании наших детей и, конечно же, наших внуков. Дорогие наши женщины, спасибо вам за все, за вашу любовь, за вашу нежность и вашу теплоту. Дорогие наши дамы, наша жизнь невозможна без стали. Мы разжигаем огонь в печах, а вы поддерживаете пламя в наших сердцах. Во все времена вы давали нам силы для свершения, дарили нам свою заботу и уверенность в наших возможностях. Спасибо вам за все, что вы делаете для нас, для наших семей и детей. Желаю тепла и любви, замечательного самочувствия и бодрости духа. Бережно относитесь к своему здоровью, почаще улыбайтесь и замечайте больше поводов для радости. Пусть вас окружают заботливые и любящие. Милые дамы, никогда не теряйте вкуса к жизни. Пусть ваш каждый день будет наполнен яркими впечатлениями и положительными эмоциями. И пусть на вашем семейном столе готовыми блюдами будет вера, надежда, любовь. С праздником! Мы любим вас в печали и в радости. Вы наша забота и опора. Желаем вам, чтобы те замечательные качества, благодаря которым наша жизнь становится ярче, красивее, присутствовали у вас всегда. С праздником весны! Ну а мы возвращаемся в нашу студию. Я с удовольствием вам рад представить еще двух наших очаровательных гостей. Руководитель детской студии «Панда» Ольга Анатольевна Фатхлисламова. Здравствуйте. Здравствуйте. И руководитель центра плавания «Буль-буль» Анастасия Глухова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, в центре «Панда» каждый ребенок может найти занятия для души. Вы помогаете развивать творческие какие-то способности у детей. Почему такое название «Панда»? И где находится ваш центр? Ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Смотрите, я вообще в раннем развитии очень-очень давно, да, работала в разных-разных центрах, и с сентября прошлого года я решила создать свою студию. Получается, почему панда? Это самый вообще популярный вопрос. Почему панда? На самом деле, да, на самом деле панда мне приснилась. Представляете, вот так я проснулась, и перед глазами у меня панда. Вот. И нужно было такое выбрать символ студии, чтобы вызывал восторг у деток. То есть любого ребеночку покажи пандочку, он пойдет ее обнимать, она такая вся милая, мимишная такая вся. У нас очень много пандочек, игрушечек стоит в центре. То есть ребенок заходит, и вот даже вот у некоторых маленьких деток, там мама, папа, баба первое слово, и панда они говорят. То есть вот у нас есть раннее развитие от годика, то есть от года до трех у нас детки посещают с мамами занятия.
мамочка сидит с ребеночком, и я направляю мамочку, то есть они там начинают, занимаются мелкой моторикой, крупной и так далее, сенсорикой. Затем у нас идут программы с 3 до 7 лет, то есть вот тут развитие деток. Существует у нас арт-студия, у меня есть очень шикарнейший декоратор Марина Костылева, вот, она проводит с детками разные творческие мастер-классы. Английский язык есть, то есть такая игровая среда создается ребеночку, где он постигает, да, языковые науки вот эти. А, еще у нас сказали, есть... Вы сказали, где вы находитесь. Ага, да. Мы находимся в Зеленом Бару. Справа от Палермо, где русский фейерверк, есть из красного кирпича офисное здание. Вот. На самом верху, на втором этаже, есть у нас такой домик панды. То есть на второй этаж, если подниметесь, вас встретит большой-большой баннер с пандочкой. Очень много растительности, очень весело деткам приходить. То есть милости просим. Детская студия «Панда», Зеленый Бор, 1-5А. А со скольки лет вы берете детишек? С годика мы занимаемся ранним развитием. Получается, с года до 3 это один курс, с 3 до 7 другой курс. Какие-то проекты запланированы на ближайшее будущее? Может быть, что-то хотите добавить, какие-то новые методики? Да, мы каждый день работаем над новыми проектами. Буквально в субботу мы запускаем новый проект «Мама в панде». То есть мы будем проводить занятия для мамочек, а детки будут сторонними наблюдателями. Они будут оценивать, как мама на хореографии старается, или, допустим, мама как в английском языке умеет поздороваться, попрощаться, или как мама мастерит какой-нибудь цветочек. И еще недавно мы проводили фотопроект с детками, то есть мы раскрываем ребеночка со всех сторон. И вот недавно был проект «Грация весны», где девочка показала себя вот, ну, прям, какая она грациозная, изысканная. То есть, кстати, привлекаем фотографов города. Куда можно сказать? Где фотографы? Можете на камеру, да, обратиться. Уважаемые, конечно, фотографы, звоните, подключайтесь к нам. Мы хотим создавать фотопроекты с нашими детками. Ну, раз уж вы на камеру начали обращаться, то я думаю, пользуясь случаем, и поздравите замечательных ваших клиентов от лица ваших педагогов и женщин города. Уважаемые девочки, девушки и женщины города Полевского, студия «Панда» поздравляет вас с наступающим Международным женским днем. Пусть эта весна нас всех вдохновляет на новые прекрасные достижения. Пусть детки нас балуют своим здоровьем и развитием. Гордитесь вашими детьми, они у нас самые лучшие. Замечательные поздравления, я думаю. Теперь хотелось бы также поговорить с Анастасией. Расскажите, пожалуйста, о вашем центре раннего плавания «Буль-Буль». Он ведь не так давно появился у нас в городе. Да, совсем недавно мы открылись у нас в городе. То есть у нас у самих есть маленькая дочка, и мы ее возили прям буквально с месяца купаться. И нам пришла такая идея здесь открыть в нашем таком уютном городке небольшом такой же бассейн для маленьких деток. То есть центр раннего плавания «Буль-Буль» — это центр грудничкового плавания для самых маленьких у нас, то есть от месяца детки приходят к нам плавать до полтора года. То есть очень интересно наблюдать, что многие приходят и говорят: ой, я бы сама хотела там искупаться. Ну, боюсь и не умею, да? Да, боюсь и не умею. То есть в центре раннего плавания у нас комплексные занятия. Комплексные занятия — это не то, что пришли с малышом и сразу же давай купаться, плескаться. Нет, то есть у нас есть сначала разминка, гимнастика, массаж. Все это заканчивается 25 минутами плавания. То есть эти занятия очень классно подходят не только для малышей, а для родителей. То есть родители учатся взаимодействовать со своим ребеночком прям буквально с первых дней жизни, понимать его, что ему нужно, что, как помочь ему в развитии. То есть это для здоровья, для хорошего самочувствия мамы. Это тоже очень классно, когда ты приходишь и на час забываешь про все проблемы, какие-то там бытовые трудности, и вот смотришь, как твой ребенок радуется в воде, булькается. Ну, то есть это очень положительный такой момент не только для ребенка, как для здоровья, но и так для эмоционального поддержания мамы, папы. То есть мы всех ждем на занятия, приходите, поддерживайте малышей, потому что как малыш поймет, что хорошо, что плохо, если ничего не попробует, его не будет никто поддерживать. Так что
Будем ждать всех. Мы находимся на Свердлова 1, то есть у нас в центре раннего плавания не нужно ничего бояться, нужно пробовать. Это новинка, уникальность. То есть многие не знают ничего и боятся. Не нужно бояться. Детки быстро растут, нужно успевать, пока есть такая возможность приходить и начинать плавать. Потому что ну, это всем нужно. Нас очень легко везде найти в социальных сетях. Свердлова 1, телефон тоже везде есть, баннер. То есть будем ждать всех. Ну скажите, пожалуйста, вот насколько полезно именно с самого раннего возраста, вот один месяц ребеночек совсем маленький, как вот может страшно же, наверное, его там в водичку окунать или вот насколько что дает это ребенку непосредственно? Он плавать научится в итоге потом? Ничего не нужно бояться, потому что он у мамы у 9 месяцев совершенно находится в водичке, так что он там уже научился все делать до вас. А тут мы только ему помогаем, способствуем. То есть полезно чем? Что у него при систематичных занятиях вырабатываются, во-первых, все рефлексы. Малыш прекрасно задерживает воздух, даже если он там кунется случайно в водичку. Малыш плавает, двигательно-опорные функции, все у малыша очень хорошо развивается. То есть там столько плюсов, именно закаливание, чего вот не хватает у нас, когда у нас очень мало солнца, теплых дней, то есть вот прям, не знаю, вот такая польза ощущается уже через месяц-два занятий. То есть если прийти попробовать, не нужно бояться, не нужно бояться, что вы там ему навредите. То есть все под руководством специалистов происходит. То есть ничего страшного вы своему малышу не сделаете. Поэтому там только одни плюсы. Вот. То есть и вода, и индивидуальные ванны, все способствует тому, чтобы занятие прошло комфортно. Ну что бы пожелали мамочкам, которые вот с детишками так приходят, ну и вообще, может быть, всем женщинам полисково. Да, какие-то. Хотела бы пожелать всем, ну, наверное, здоровье. Здоровье самое главное. Если будет здоровье, то на все остальное тоже хватит сил. Чтобы были все здоровы, малышки, мамы, бабушки, чтобы всегда настроение было позитивное. Весна пришла, так что надеюсь, что у всех будет только лучики тепла в сердцах. Ну вот смотрите, у нас сейчас как раз проходит интерактивное голосование, телезрители голосуют за такой извечный вопрос, чего хотят женщины. Вот мы видим, 64% проголосовали за вариант любви и понимания, 21% дорогих подарков и 14% все зависит от поведения. Ну тут на самом деле такой провокационный вариант от поведения, может быть, женщины или мужчины, каждый понимает как может, но вы бы как ответили? Анастасия, давайте с вас начнем. Какой любви вариант? И внимание, очень мне нравится ответ, и уже столько на него голосов. Я считаю, что будет любовь и внимание, и у женщины будут раскрываться и забота, и все остальные чувства, которые нужны мужчине, не только мужчине, детям, близким. Ольга, а вы бы как прокомментировали? Я полностью согласна с коллегой. Да, для женщины самое главное – это цвести. А что дает наше цветение? Только внимание, только любовь близких. Ну что ж, а вы, уважаемые телезрители, можете еще повлиять на эти цифры, на эти проценты. Может быть, какие-то варианты у нас к концу передачи и поменяются. Ну а вас мы благодарим за то, что вы пришли к нам в студию, рассказали о своих замечательных организациях, которые развивают детей. Мы вам также дарим букетики цветов наши весенние. Желаем вам также поздравляем с 8 марта, это вам. Вот. Это вам. Прошу. Спасибо. С праздником вас, наши спасибо. Дорогие. Ну, а сейчас у нас еще одно видео поздравление, после которого вернемся в студию. Уважаемые, милые женщины, разрешите от себя лично и от лица своего коллектива поздравить вас с Международным женским днем. С прекрасным праздником весны, с праздником 8 марта. На протяжении веков женщины являлись и являются хранительницами семейного очага. И именно от вас зависит взаимоуважение, любовь и гармония в семейных отношениях. Поэтому от чистого сердца я вам желаю оставаться всегда красивыми, жизнерадостными и любимыми. И, конечно же, хочу поздравить своих коллег, свой женский коллектив, хлебопекарного предприятия, управляющей компании «Полесское коммунальное предприятие», пожелать вам, милые женщины, крепкого здоровья, бодрости духа, финансового благополучия. Дорогие, милые женщины, с праздником! Милые дамы, с 8 марта! Клуб красоты «Марсель» поздравляет вас с Международным женским днем. Желаем вам
тепла и любви в сердца, прекрасного самочувствия, замечательного настроения. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления. Дорогие женщины, любимые, родные, нежные и самые красивые в мире, поздравляю вас с праздником и желаю быть всегда любимыми, искренне, верно и очень нежно. Пусть всю жизнь с вами рядом будут здоровые, красивые, добрые, внимательные, родные и близкие вам люди. Пусть ваша красота не вянет, а только сильнее расцветает и радует нас своей свежестью и совершенством. Будьте счастливы, любимые наши дорогие женщины. Я хотел бы, чтобы в этот день вас окружали только приятные вам люди, и мы говорили там только добрые слова. И почувствовав их любовь, это тем же. То есть у вас возникнет в этот день супергармония, и она, желаю вам, должна продлиться все оставшееся время. Будьте счастливы. Праздником вас. А тем временем мы возвращаемся в нашу студию. Я с удовольствием представляю очередных наших красавиц. Это директор специализированного спа-центра Майер Спа Екатерина Давыденко. Здравствуйте. Здравствуйте. И директор салона аппаратной косметологии Нина Глазырина. Здравствуйте. Здравствуйте. Нина, давайте начнем с вас. Скажите, пожалуйста, какие процедуры вы предлагаете в вашем салоне? У нас салон специализируется именно на аппаратной косметологии. Одно из самых популярных направлений – это LPG-массаж. Уникальная технология в себе включает три вида физической энергии. Это RF-лифтинг, инфракрасный свет и ролико-вакуумные насадки массажера. Безумно эффективный в плане борьбы с лишним весом, отечность очень хорошо убирает, лечение целлюлита и дряблой кожи. Второе направление у нас – это лазерная эпиляция. У нас новый лазер, он гибридный, у него три волны – диодная, александритовая, неодимовая. То есть мы можем на нашем лазере работать на всех волосах, начиная от темных и жестких, заканчивая светлыми волосками. Давайте мы подробнее еще на этом вопросе остановимся. У нас есть звонок, мне коллеги подсказывают. Пожалуйста, представляйтесь, и мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Уважаемая Гилева Тамара Александровна, от всей души поздравляем с женским днем, с днем весны. Дай Бог вам здоровья, удачи, благополучия, за чуткое внимание больным, за своевременное постановление диагноза. Слава Богу, у меня муж живет уже 10 лет. Благодаря вашей помощи. Большое вам спасибо. Спасибо вам огромное за звонок. Я думаю, мы также присоединяемся к поздравлениям. Видите, вот девушки у нас такие активные, звонят, поздравляют и работают тоже в медицине. Отлично, да. Я тоже хочу поздравить женщин нашего города. Дорогие наши женщины, поздравляю вас с этим весенним праздником. Перед нами стоит очень важная задача – нести в этот мир красоту и любовь. Поэтому я предлагаю начать с любви к себе и обязательно уделять себе внимание. Ну, давайте вернемся, еще мы не договорили, потому что да, у нас конечно. Звонок был. Вы продолжите, пожалуйста, по услуге. Да, я думала, плавно перешли. Также у нас есть для женщин после 40 лет, это процедура смаз-лифтинг. Она заменяет по результатам своим хирургическую подтяжку. Она делается разово, это не курс процедур, и эффект накопительный, результат год-два держится. То есть это без надрезов, инъекций или чего-то, аппаратная техника по лицу. Подтяжка лица, именно разглаживание морщин и контур.
Ну, скажите, пожалуйста, сколько сеансов нужно и вот через сколько может быть эффект какой-то заметен? Как это происходит? Если по массажу, то это курс, безусловно, 10 процедур, не чаще 1-2 раз в неделю. То есть, как правило, курс это 1,5 месяца у клиентов уходит, но после курса девочки теряют 1-2 килограмма, размера стабильно. А как насчет безопасности? Вот тоже такой вопрос, наверное, вот тут по сертификации может быть приборов. Все аппараты у нас сертифицированы, у них есть сертификаты качества Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и России. То есть это для нас безопасность превыше всего, конечно. Поэтому мы выбирали аппараты именно сертифицированные. Ну и у нас весна теперь наступила. Может быть, у вас есть какие-то специальные предложения, акции в честь такого прекрасного события? Ну и праздник еще к тому же. Ну да, для новых клиентов у нас скидка 30%. А для мужчин я хотела бы предложить подарочные сертификаты. Они у нас есть разных номиналов в такой форме. И можно на любую сумму. Вот такой. То есть отличный подарок будет и женщинам, если подарить, да? Да, сертификаты, они не имеют срока, поэтому можно воспользоваться в любое время. Спасибо вам большое. Хотелось бы теперь про Майер СПА поговорить. Наверное, это у нас единственный специализированный СПА-центр в городе Полевском. Да, совершенно верно. Уже 8 лет мы являемся единственным специализированным СПА-центром в городе Полевской. Ну, что сказать, у нас уже сказано много. Самое главное, что у нас очень много девушек уже посетили, не только девушек, их семьи, их дети, мужья. А почему называется специализированный? То есть какие виды услуг у вас можно помимо того, что в сауну сходить, массаж, вот, что предоставляете? Ну, то есть это весь спектр именно спа-услуг, то есть все, что расслабляет и оздоравливает. То есть это всевозможные массажи, это аппаратная косметология, это сауна. Сауна у нас идет финская с камнями жадеит, бассейн. Сейчас у нас скоро еще будет термальное купание, то есть у нас будет термальная водичка в специальных бочках. То есть это будет новинка совсем скоро для наших гостей. Также всевозможные обертывания. Вы когда-нибудь были в термоодеяле? В термоодеяле? Да. Нет, я даже, честно говоря, не представляю, что это такое. У вас такое есть, да? Да, конечно. Обертывания, особенно в термоодеяле, то есть они расслабляют так, что больше ничего уже не расслабит. Нам в студию, я думаю, надо такие срочно. А вот еще хотелось бы спросить про виды массажа. У вас их несколько же разновидностей? Конечно, у нас огромный спектр массажей, начиная от классических массажей и заканчивая стоун-терапией. Есть тандемы, массаж 4 руки – это вообще что-то несравненное. То есть рай на земле есть, он в Майер СПА, это точно. А вот эти с камнями, которые массажи? Да, стоун-массаж. Больше всего я советую стоун-массаж всегда попробовать мужчинам. То есть мужчины всегда скептически относятся к тому, что массажем их можно расслабить. Но после стоун-терапии мужчины однозначно расслаблены и намного легче покупают сертификаты для своих любимых. Поэтому, женщины, имейте в виду, посылайте своих любимых и дорогих мужчин в Майер СПА на стоун-массаж, после чего они обязательно вас отблагодарят таким же сертификатом. А сертификаты у вас есть различные, да? Вот несколько слов о сертификатах. На какие виды услуг, номиналы, стоимость, как это у вас реализовано? Да, конечно, сертификат у нас есть просто на любую сумму, также сертификаты есть на все программы. Что может быть лучше, чем сертификат в Майер СПА, то есть чтобы расслабиться, оздоровиться? То есть девушка никогда сама себе не купит сертификат на массаж или еще на что-то. То есть это уже забота вас, мужчин. И еще, да, сейчас у нас в преддверии праздников всем руководителям, менеджерам и управленцам есть такой нюанс, что оплата возможна любым способом, даже по НДС. То есть это такой маленький нюанс, но он иногда играет большую роль. Ну, то есть это для предпринимателей, да, больше? Не обязательно. Ну, да, больше для руководителей информации. А вот бытует такое мнение, что Майер СПА – это какой-то вот семейный отдых. Можно ли туда приходить, вот, например, с семьей, с детьми и там
разные виды услуг вместе семейно отдохнуть? Да, конечно. Ну, во-первых, это замечательно, когда семья приходит, допустим, мама на каких-то услугах, а папа с детьми, допустим, в сауне и бассейне. Либо просто у нас семьи приходят отдохнуть, покупаться в бассейне, погреться, попить чаю. У нас даже есть специальные семейные часы, где идет скидка 50%. То есть это очень выгодно, замечательно провести время со своими близкими. А когда действуют? Действуют они у нас и в выходные, и в будни, в первой половине дня до 4 часов. Скажите, пожалуйста, а вот люди... Я просто сам, честно говоря, в вашей сауне один раз отмечал Новый год. Вот незабываемые впечатления. Часто ли вот люди у вас встречают Новый год? Насколько это вот... Ну, какие-то праздники, может быть? Да, как правило, в праздники к нам записаться тяжело. Люди... Я рада, что люди всегда заботятся о своем времяпровождении в праздники заранее. То есть и новогодние праздники, и весенние праздники. То есть всегда... Мы уже любимое место для полевчан. Вот еще такой вопрос у нас, зрители продолжают голосовать, хотелось бы вот у вас спросить также, вы бы за какой вариант проголосовали, если бы вот сейчас была у вас возможность? Ну, конечно же, любви и внимание, что еще нам, женщинам, нужно? 65% за этот вариант. А вы, Нина? Да, я поддерживаю Екатерину. А у нас, между прочим, есть звонок в студию, давайте послушаем, представляйтесь, и вы в прямом эфире. Добрый вечер. Меня зовут Марина. Ну, я хотела бы поздравить всех женщин Полевского, в частности, вот сегодня милых дам, которые работают в сфере красоты. У меня такой к ним вопрос. Скажите, вот теми услугами, которые они предоставляют, пользуются женщины какого возраста? Да как, есть ли ограничения возрастные, это раз, и есть ли среди их клиентов мужчины? И тоже возрастное ограничение. Ну, а по поводу опроса у меня, знаете, такое размышление. Опрос бы я дополнила еще таким пунктом. Чего хотят женщины? Вот в частности я и тот коллектив, в котором я работаю, мы бы очень хотели сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. Считаю, что когда женщина заканчивает раньше работу, приходит пораньше домой, у нее и муж сытый, и дети довольны, и все счастливы, и семья крепче. Спасибо большое, всех с праздником. Спасибо вам огромное за ваш звонок. Ну, предложение, я думаю, очень интересно не только женщинам, но я думаю, завтра женщины и так будут работать по сокращенному рабочему дню. Ну и поздравят плюс. Ну а теперь ответить бы, получить ответы на вопросы. Нина, давайте с вас начнем. Ну, у нас ограничение с 18. И я обожаю женщин, которые приходят 60, за 60, кому есть клиенты до 70 приходят, которые не устают следить за собой и баловать себя. Мужчин на моей памяти до 50 лет были мужчины, не старше. Мужчины реже приходят, да? Да, но приходят. Начинают сейчас все больше и больше интересоваться нашими услугами и мужчины. Но, ну, конечно... У нас есть еще салон в Екатеринбурге, там мужчин больше, чем в Полевском. Более продвинутый город, да? В Москве, ну, так, наверное, попроще, да, чем у нас. Но уже начинают. До нас дойдет эволюция. 100%. Екатерина, а вы как бы ответили на этот вопрос? Кто клиенты вашей? Безусловно, мужчины тоже, конечно же, к нам приходят. Мужчин, между прочим, много. Меня это радует. Расслабляться хотят все, без исключения. Просто у нас есть еще такие замечательные программы для двоих, спа-романтики. По городу они у нас очень известные, когда они приходят вдвоем. То есть оба получают удовольствие. Ну, я думаю, мы ответили на вопрос нашего телезрителя. Но в свою очередь хотелось бы вас также поздравить с этим замечательным праздником. Спасибо. Пожелать успехов в вашем деле. И, в принципе, и в личной жизни везде, чтобы у вас все было хорошо. И также вам дарим такие вот букетики от телекомпании 11 канал. Это благодарим. Вам. Это вам. Спасибо. Ну, а у нас небольшая реклама, после чего мы обязательно вернемся в студию. Моя мама гордится своей работой. Всегда придумывает что-то новенькое. Шницель Райс 259,90.
Наши интересы сходятся. В мебельмаркете 33 комода, гостиная «Даллас» за 12 900 рублей, шкаф-купе «Орион» за 14 500 рублей и другая мебель со скидками. Полевской, улица Свердлова, 10А. Магазин «Галамар» – торговый центр «Палермо» предлагает большой выбор подарков к 8 марта. Подарочный набор «Аура» – 2 крема для рук за 69 рублей. Подарочный набор «Салфетки» плюс «Мыльная роза» – 69 рублей. Кружка в подарочной упаковке за 79 рублей. Оригинальный аромонабор из мыльных лепестков – 129 рублей. Утюжок «Плойка Гофре» для волос, «Плойка для завивки волос» за 599 рублей. Готовимся к масленице. В магазине «Галамар» сковорода блинная за 135 рублей. Кисточка силиконовая – 25 рублей. Кухонные аксессуары – от 29 рублей. Ждем вас в магазине «Галамар». Зеленый бор, торговый центр «Палермо», первый этаж. Количество товара по акции ограничено. При предъявлении пропуска Северского трубного завода скидка 15% на все белые ценники. Внимание! Специально к 8 марта отдаем все шубы по себестоимости. Норка всего от 23 тысяч рублей. Мутон от 9 900 рублей. Рассрочка без переплаты. Только 6 марта в магазине «Гермес». Легендарная группа «Цветы» Стаса Намина в ДК СТЗ. 31 марта. Живой звук и неповторимый драйв от группы «Цветы». Билеты в кассе дворца. Дамы и господа, с радостью приглашаем вас в ваши любимые магазины «Поляна» и «Семен Семенович». Как всегда, вас ждет здесь поляна свежесрезанных цветов и горшечных растений, необыкновенных букетов и композиций. Как всегда, у нас самые приятные цены и оптовые скидки. Как всегда, для вас работают самые лучшие флористы. «Поляна» – бери больше, плати меньше. В магазине «Семен Семенович» неизменно самый большой в городе выбор семян. Свыше 3000 наименований по ценам от 5 рублей. Грунты и удобрения, луковичные, саженцы и рассада, горшки и кашпо, укрывные материалы и пленка и множество других полезных и нужных товаров для садоводства и цветоводства, а также профессиональная консультация агронома. Любимые магазины «Поляна» и «Семен Семенович» рядом с вами. Улица Свердлова, 15, телефон 5-93-93. Зеленый Бор, 15, телефон 5-55-45. Карла Маркса, 1, телефон 2-45-25. Бажова, 14, телефон 2-52-55. Хохрякова, 40, телефон 2-34-50. В финальной части программы у нас еще один гость, который знает, как подарить девушке настоящее настроение, весеннее, праздничное, как удивить девушку. Это Игорь Азанов, руководитель оригинальных букетов, а это вам. Добрый вечер. Здравствуйте. И вы пришли сегодня вот с таким букетиком. Давайте сразу несколько слов. Что это? Это композиция из орехов, конфет, цветов. Хотелось бы рассказать о нашей мастерской оригинальных букетов, а это вам. Ну давайте мы сейчас к этому обязательно вернемся. У нас ведь такая информация, что этот букетик мы сегодня подарим телезрителям, да, нашим. Да, одной из телезрительниц. Хорошо, давайте тогда такие условия. Вот кто первый сейчас дозвонится до нашей студии, ну может быть это и телезритель женщине потом подарит, не обязательно женщина. Можно и так. Все, тогда такие условия, кто первый дозванивается в нашу студию, и мы вручаем вот этот букет. Да. Договорились. Ну а пока мы тогда поговорим про вашу организацию. Игорь, расскажите, как создавали вот эту мастерскую и почему такое название «А это вам»? 2,5 года назад я и моя жена Алена решили организовать вот эту мастерскую оригинальных букетов. Первую в Полевском. А именно мы начали делать букеты фруктовые, цветочно-фруктовые, букеты из конфет, из орехов. И... в принципе, вот так вот. А название «А это вам» — это потому, что, во-первых, такого названия еще ни у кого не было. А мы долго думали над названиями, как назвать нашу мастерскую, но перебрали порядка 30 различных названий, но все они были заняты. И так случайно мы подумали, что мы занимаемся воздушными шарами, и когда доставляем воздушные шарики, то зачастую первая фраза «А это вам, шарики». А это вам доставка. Вот, поэтому решили назвать, что «А это вам». Назовем нашу мастерскую так. А это вам букет.
А насколько приятная реакция людей, вот когда занимаешься такой работой, приходишь, вручаешь что-то, вот там шарики, там цветы, насколько радует удовольствие от проделанной работы? Да, это очень здорово, видеть улыбки, это приятные эмоции. А вы начинали вот именно с шаров, насколько я знаю, да, или сразу да. были цветы? Как мы вот начали это? С шариков, но потом решили попробовать и в этом направлении занять нишу. Насколько востребована такая продукция? Как часто заказы поступают? Или вот, допустим, если кто-то хочет заказать, насколько заранее нужно обращаться? Ну, сейчас мы стараемся всегда в наличии поддерживать свежие цветы и ингредиенты, покупаем в магазинах, закупаем. То есть, в принципе, это быстро все делается. Но желательно заранее все это заказывать. Тем более накануне 8 марта. 8 марта, наверное, аврал звонков уже был по поводу заказов. Так, так. Но все равно принимаем. В порядке очереди будем доставлять композиции. У вас называется студия оригинальных таких букетов, да? Mm-hmm. Какие самые необычные букеты? То есть это любые пожелания клиента, как вот вы это обговариваете? Может быть, какой-то уникальный совершенно букет удалось? Безусловно, большой? Мы учитываем все пожелания наших клиентов. Нам говорят, что там сделайте нам из... Кстати, оригинальный букет мы делали из чеснока. Это был чеснок и красный перец. Это как? Что он из себя представлял? Это был необычный букет с таким специфическим ароматом. Но смотрелся он круто. А что вдохновляет вот на создание каких-то интересных букетов? Где берете идеи? Это ведь постоянно что-то нужно удивлять. Изначально мы все это в интернете смотрели. Затем моя жена, она флорист, прошли обучение именно в этом направлении, в такой флористике. Ну, затем дальше уже как-то стараемся что-то новое добавлять, придумывать. Ну вот по поводу придумывать, насколько я знаю, у вас помимо цветов, шаров, есть еще другие проекты. Вот у нас, когда был Бажовский марафон, был у нас финальная точка, салют. Насколько я знаю, это вы да, нам делали. Да. Этой осенью решили еще, я решил организовать в Полевском, заняться фейерверками. Организовать запуск фейерверков на свадьбы, это огненные сердца. На дни рождения огненные цифры заказывают. То есть... Это тоже незабываемые эмоции. Ну а фейерверк это все равно какой-то ведь источник повышенной, так скажем, опасности. Как с этим работать? Я прошел обучение, получил удостоверение пиротехники. Соответственно, всегда соблюдаем требования безопасности. Такой праздник, 8 марта, девушки ждут каких-то сюрпризов. Вот как вы будете свою жену удивлять, которая, наверное, уже повидала, я не знаю чего только, разных букетов, разных сюрпризов, подарков. Я еще думаю насчет этого, как ее удивить, потому что цветы она видит каждый день, шары тоже видит каждый день, ну и фейерверки тоже уже. Поэтому в ближайшие дни я задумаюсь. В ближайшие дни уже они вот наступают. У нас есть телефонный звонок, кажется, кто-то сейчас у нас выиграет букет. Пожалуйста, представляйтесь, и мы вас слушаем. Добрый вечер. Я бы хотел, меня зовут Анатолий, я бы хотел поздравить всех девушек, женщин Полевского с праздником с наступающим. Желаю счастья, любви, здоровья. С днем весны. Спасибо вам большое, Анатолий, за такое поздравление, за пожелание. Я так понимаю, человек выиграл у нас этот замечательный букет. Анатолий, этот букет ваш? Ура! И вам за кадром объяснят уже, как его можно будет забрать, поэтому мы вас тоже поздравляем с таким подарком. Ну вот, дозвонился человек, выиграл. У нас все звонок? Вот все, уже не хотят, не успели. Ну тут Анатолий забирает подарок. Да, Анатолию повезло. Ну точнее, наверное, его какой-то девушке. Сегодня у нас тоже есть возможность поздравить всех женщин с 8 марта. Мне еще хотелось бы рассказать. Где нас можно найти? Мы находимся... У вас несколько офисов, насколько я знаю. У нас есть в южной части. Это улица Карла Маркса, 18, за цветочным павильоном мы находимся. А также мы есть в Зеленом Бору, во втором микрорайоне. Это дом 37, практически рядом с конечной остановкой.
А ну и такой вопрос, а как это работает? Не обязательно же людям в офис обращаться, можно как-то дистанционно оплатить? Да, конечно, сейчас можно все, нас найти можно в соцсетях, заказать через телефон, либо написать на WhatsApp, и мы привезем, доставим букет. Оплатить онлайн можно будет. А также все наши клиенты получают бонусы. С каждого заказа, покупки 5% возвращаем бонусами. Что это очень выгодно. В дальнейшем бонусами оплачивают заказы свои. Я, насколько знаю, вы еще оформляете витрины магазинов. Да, какое-то такое праздничное оформление. То есть насколько масштабным может быть проект, который вы бы реализовали? Там, и сколько шаров можно вообще применить? Максимум за... В шарах мы уже 5 лет в этом направлении. И максимальный заказ был на 3000 шаров. Это огромный труд, очень, наверное. Да. Сколько заняло время это подготовить? Мы очень много надували. Пожалуй, это самый был большой заказ. 3000 шариков. Это когда магазин Нинель открывались. Здесь, в Полевском, да? Ну что ж, теперь, я думаю, можно поздравлять женщин. Да. Мне хотелось бы поздравить всех милых дам с этим замечательным праздником, пожелать вам всего самого светлого, доброго и побольше весенних улыбок. Поздравляю. Замечательно, я думаю, девушки сегодня очень довольны. Ну вот у нас подводит, можно будет уже скоро подводить итоги нашего голосования, чего хотят женщины. И вот 70% за любви и внимание, 15% дорогих подарков и 15% все зависит от поведения. Вот как бы прокомментировали? Пожалуй, да, я соглашусь, что больше всего хотят любви и внимания. У нас есть телефонный звонок еще, я думаю, уже сегодня последний. Поэтому мы вас слушаем, представляйтесь, пожалуйста, и вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Светлана. А вы знаете, я очень внимательно слушала вашу программу сегодня и хотела бы сказать, чего хотят женщины. На самом деле женщины хотят, чтобы в их семьях всегда было все хорошо, и вы, мужчины, были с нами рядом. А еще я очень хочу сертификат на iMoms, и я надеюсь, что этот подарок телекомпания 11 канал мне сделает на 8 марта. Всех с праздником, хорошего настроения весеннего. Ура! С 8 марта, милые женщины, Полевского! Ну вот такое прекрасное пожелание. Я считаю, тут однозначно сертификат на игру нашему телезрителю достанется. Вы, пожалуйста, трубочку не вешайте. Вам объяснят сейчас, как забрать сертификат. Поэтому, это не от нас, это от организаторов iMoms, поэтому, я думаю, они с собой сертификат привезли, и я думаю, что в ближайшее время вы окажетесь на игре. Ну, а мы от себя тоже желаем, вот у нас, мне кажется, еще сейчас один звонок будет. Нет, пока нет звонка. Ну, мы также прокомментируем, да, 70% любви и внимания проголосовали. Все-таки, наверное, справедливо. Да. Поэтому... А вот звонок у нас все-таки есть. Да, слушаем вас. Представляйтесь, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Виктория. И мне бы очень хотелось поздравить наших полевчанок с этим замечательным днем. Желаю вам счастья. Ведь когда рядом любимые, близкие, родные, женщина счастлива. Когда дети здоровы, это счастье. Когда дом полная чаша, есть любимая работа, то мы просто счастливы. Поэтому, женщины, желаю вам счастья и с праздником. Спасибо. Спасибо вам большое за ваш звонок, за ваши теплые пожелания. Мы, я думаю, Игорь, присоединяемся. Конечно. К этому замечательному поздравлению. Но от себя хотелось бы также пожелать всем самого главного. Это вот, раз любви и внимания, пожелаем любви и внимания нашим замечательным женщинам. Что тут выдумывать? Кому-то вот дорогих подарков, окей. Будут дорогие подарки. Но от поведения, тут уж пусть все себя хорошо ведут в семьях, и мужчины, и женщины. Поэтому мы желаем, во-первых, семейного благополучия нашим замечательным женщинам, которые нас окружают, и нашим родителям, мамам, бабушкам. Всех поздравляем с этим
наступающим днем весны. Ну а наша программа подходит к концу. Это была программа «Горсовет». И всех еще раз с праздником. До свидания. Okay.